Привет! Мы в Беларуси, в санатории Веста, на искусственном пруду, где устраивают рыбалку. Сегодня мы уже получили процедуры некоторые, в том числе мама грязи, а дети ингаляции. И после завтрака мы вышли погулять немножко вокруг пруда. А Надюха обиделась, что мы от нее уехали на самокате. Ну, в следующий раз достанем твой самокат и будешь ездить тогда. Так, не убегай туда, Танюшка. Вот такая здесь красота.